у них выпускной вечер. И они плывут, значит, на личном трамвайчике вдоль реки. И здесь происходит развязка неких событий. Все интриги. Признание, откровение, любовь, чувства, эмоции. Все это будет происходить у нас в течение двух съемочных дней. Вот. Ночей, точнее, да. И, по сути, когда фильм будет в кинотеатрах, вы поймете, что самые ключевые драматические сцены были сняты в вашем городе. Ну, это очень ответственная сцена, да, она крайне важна для всего фильма. То есть, вот если это сейчас получится, то кино будет.